Итак, пятый ход. Первый игрок у нас Чарли. В фазе передышки ничего не меняем. Ни ему, ни Венди. Зато у нас Чарли возвращается из плато Лен. Куда он возвращается? А вот сюда, возле Мига. И получает жетон исследования. А Венди... Венди у нас, имея пятую скорость, во-первых, получит $2. Так. И также, что она может сделать? Так. Ну и давайте повысим ей скрытность, используя фокус до максимума. Помним, первый раз после того, как мы получаем карту задатка, либо благословление, либо проклятие, мы не проверяем ее. Мы начинаем проверять со следующего хода. Итак, у нас шестая скрытность. И мы попытаемся настичь культиста. Раз, два. А у нас как раз два пункта движения. Этого более чем хватает. Далее, давайте попытаемся его настичь. 6, минус 3, 3 кости. Ну и мы без зазрения совести воспользуемся уликами, если нужно будет. Нет, улики нам не нужны. Мы догнали культиста, и мы автоматически используем наручники. И культист превращается в наш трофей. Далее переходим к Чарли. Чарли у нас попытается закрыть портал. Минус 1, плюс 1, 0, плюс 5, это 5 кубиков. И мы без зазрения совести будем использовать улики. Нет, мы его закрываем с первого же раза. Давайте посмотрим, если у нас есть монстры с ромбом. Круг, 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 полумесяц. Ромбов нету, мы получаем только жетон портала как трофей. И жетон исследования исчезает. Если здесь снова откроется портал, то его опять засосет. Ну и далее фаза мифа. Так, это еще один слух. Если у нас в игре есть уже один активный слух, ставим вторую, то следующий слух автоматически сбрасывается. Только я не помню, читается, открывается портал или нет. Нет, по-моему, все-таки не открывается. Так, вытягиваем еще одну карту мифа. То у нас еще один слух. Да елы-палы. Да что такое? Так, продолжаем вытягивать. Так, этого хватает. Так, прорыв. Так, круг с белый сверху. Так, еще один жетон прогресса открывается. И улика появляется в неназываемом. Так, ой-ой-ой-ой-ой, у нас уже три, раз, два, три, три локации с уликами. Надо срочно собирать улики, иначе проснется древний и нам не поздоровится. Так, наплыв монстров, сколько у нас открытых порталов? Раз, два, три, четыре. Это значит четыре монстра. И так как в городе у нас раз, два, три, четыре монстра, только один на площади, на Майдане Незалежности появляется. Это у нас... ведьма, которая автоматически выходит на улицу. Итак, далее. Далее. А, еще три монстра идут на окраину. Это у нас гуль, еще один гуль и огненный вампир. Три монстра идут на окраину. Итак, все монстры в торговом районе
как в локациях, так и на улицах, возвращаются в пул. Так, на этом действие карты заканчивается. И у нас есть тут как раз культист. Ну, возвращается в пул. Так, что-то плавная игра идет. У меня ощущение, что древний скоро проснется и даст нам капитальнейших люлей. Так. И на этом ход заканчивается.